Сюрпризы природы не перестают удивлять. В минувшие выходные на Египет обрушился мощный циклон. Это привело к обильному снегопаду на берегу Средиземного моря. Настоящую зимнюю погоду могли наблюдать жители Александрии, которые делились необычными снимками в соцсетях. Зимняя погода обрадовала местных жителей, однако коммунальные службы и автомобилисты этой радости явно не разделили. Из-за такой погоды в городе на некоторое время остановилось движение, а также возросло количество ДТП. Снежная буря оказалась кратковременной, однако этого хватило, чтобы на городских улицах образовались небольшие сугробы, которые затем начали быстро таять, превращаясь в реки талой воды. Непогода продержалась в регионе в течение 2 дней. Отметим, в последние несколько лет снегопады стали нередким событием на Ближнем Востоке. Ранее зимние осадки также выпадали в Иордании, Палестине, Саудовской Аравии и других соседних им странах.